Андрей Аршавин в краже обвинил свою бывшую супругу. С обвинениями в краже в адрес своей бывшей жены высказался Андрей Аршавин. Он заявляет, что экс-супруга забрала себе все его кубки и награды. Как сообщает знаменитый российский футболист, во время бракоразводного процесса Юлия Барановская без его ведома забрала у него все трофейные медали и кубки. Свою жалобу спортсмен разместил в социальных сетях, акцентируя внимание, как некрасиво поступила его бывшая возлюбленная. По его словам, весь арсенал наград теперь находится на полке у ЕГА. Стоит отметить, что после развода бывшие супруги обращаются друг к другу исключительно как АС или ЮГА Андрей Сергеевич и Юлия Геннадьевна. После этой публикации мужская половина пользователей стала выражать в адрес спортсмена свои сочувствия. При этом сам футболист никаких подробностей не рассказывает. Больше комментариев удалось получить от фан-клуба Аршавина. Они сообщили, что все трофеи, медали и кубки забрала себе Юлия Барановская. На самом деле, ничто из этих наград ей не принадлежало. Такой комментарий был сделан фан-клубом спортсмена.